Дамы и господа, представляем еще одного нашего участника сегодняшних отборочных боев. Представься, пожалуйста. Меня зовут Алексей, я из города Люберцы. Это Подмосковье, я так понимаю. Да. И расскажите, Алексей, что заставило вас приехать к нам сюда на сегодняшние отборочные бои? Попробовать себя, посмотреть, на что способен. А каким именно спортом занимались? Занимаюсь боксом. Только боксом? Да. Я в таких единоборствах никогда не участвовал, не занимался, поэтому вот интересно. А что вы хотите для себя найти именно здесь, на этих боях? Все-таки от бокса очень далеко, здесь и песочек, и нет раундов по времени. Да, я понимаю, но просто хотелось попробовать и, может быть, в дальнейшем изменить свое мнение о спорте, сменить направление полностью на смешанное. Понял, Алексей. Желаю вам удачи и победы. Спасибо, спасибо, что приехали. Хорошо. Аккуратнее канаты, они слабые. Не бой! Бой! Работать, работать! Бей, бей его! Внизу, че ты его жлеешь?